Ветеранская организация Ленинского городского округа ведет свою работу уже более 30 лет. Основная задача – объединение и защита интересов старшего поколения, а также помощь в решении многих проблемных вопросов. Ветеранам нужно общаться. Вот те организации, которые мы создали, вы знаете, они сейчас все говорят спасибо, потому что это нужное дело. Вот. Больше того, что есть вопросы, которые не решены, а их решать надо. И ветеранская организация, я думаю, будет в этом деле подспорье. В муниципалитете функционирует несколько первичных организаций, состоящих из бывших сотрудников предприятий и служб. Для удобства жителей они расположены в разных уголках округа. В прошлом году мы возродили две организации. Намос металлоконструкции, которой уже 10 лет нет, а люди, оказалось, есть. И на коксогазовом заводе. Эти две организации показали, что мы на правильном пути, это дело надо делать. Еще одна ячейка открыта в территориальном отделе «Булатниковский». Председателем была избрана куратор волонтерского движения «Видная мечта» Людмила Правикова. Уже на первом собрании она взяла в работу несколько вопросов, которые волнуют местных жителей. Для старшего поколения 55+, нужно помочь будет жителям вот Булатниковского поселения, которые относятся Бица, Дубровский, Вырубово, Измайлово, Булатниково, Жабкино, Спасские выселки, чтобы с транспортом, я так поняла, магазин. Заседания ветеранской организации тиротдела «Булатниковский» будут проходить в актовом зале досугового центра «Мечта». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».